Кали мы с Фатой Лимон. Сегодня вторая часть недели топ-не топов. Сегодня играют комбинации. Это Ваниш, Белиал, Сем, Нексус, Драйвер, вот спрайс. Стойкости. Он справа, если что. С S-гиром. Да, и там грамма 7. Против King Balefire. Balefire. Блин, сейчас секунду. Против King Balefire. Prime Apocalypse. Convert Charge. Посмотрим, что из этого будет. Играем до 10 баллов, как вы помните. Ну, а я начинаю. А вы не забывайте писать свои комбинации в комментариях. Первая победа за Апокалипсис. 2-0. 3-0. Польза Апокалипсиса. Ребят, честно, я кое-что скажу. Возможно, когда-нибудь, я надеюсь, что такого не произойдет, конечно, но возможно, в некоторые дни не будет выходить, если на неделе не выйдет топ-не топ, то, знаете, это из-за причины то, что у нас сейчас творится в Украине. Вот. Вот так вот. Кстати, сегодня вышел обзор на Родана и Мотру. Кто не видел, то посмотрите. Блин, а до этого какой был счет? Я помню, 3-0 было. Все. А, помню, 3-2, да? Правильно? 3-2 счет. Это ничья. Извините. Мы меняем режим на апокалипсисе, на конверте. Не знаю, что сейчас станет с ним, конечно, но посмотрим. Шесть три. Семь три. Не считается. А, мне показалось.
Счет 7-3. Все. Восемь три и теперь 8-4. Восемь четыре стал 10-4, все. Делаем выводы с сегодняшнего ролика. Ну что, выводы такие, то что сборка Апокалипсиса хорошая, правда. Сюда бы, наверное, все-таки вместо Чарджа поставить Вилл, то сборка даже была бы хорошая. То я ставлю ей 8 баллов. Но потому что есть сборки, которые дотягивают. Бывает лучше. О, у меня даже чуть не взорвался он. Ну, короче, Апокалипсис. Ну, у меня при том, что он еще сломанный, видите? Рамка, получается, ему вообще не помогает. То есть, как его не поставить вот так вот. Или даже вот, не знаю, вот сам конец. Ну, вот может чуть помочь, но приподнимается она и... Ну, понимаете. А, со слоем этот... Честно, он бы меньше взорвался, если бы, во-первых, он был бы у меня в левую сторону. И был бы он резиновый. Вот. S-Gear, получается, помогал ему. Сюда идеально подошел. Но проблема в том, что у меня он, получается, пластиковый в правую сторону. Но скоро изменится. Надеюсь, когда-то изменится. Я куплю себе Фафнера Токара Томми, надеюсь, когда-то. Ну, а с вами был Долимон. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки. Сегодня были вот такие комбинации. Всем удачи. Всем пока.